Здравствуйте, дорогие читатели! В третье воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи. Семья становится основой для дальнейшей жизни каждого ребенка. Вырастая, он создает собственную семью и передает ей своим детям не только свои взгляды, но и опыт своих родителей. Таким образом, можно сказать, формируется преемственность поколений. То есть все знания, все убеждения, все воспоминания в семье передаются от отца к сыну, от матери к дочери и так к внукам и правнукам. Поэтому семья имеет очень большое значение для каждой семьи. Дорогие читатели, а что значит для вас семья и как вы хорошо ориентируетесь в семейных связях, покажет небольшая викторина и небольшой опрос. Семья для меня значит уважение, сплоченность двух людей, которые решили создать ячейку, так сказать, общества, дети, любовь, уважение, верность, взаимопонимание, взаимовыручка. Ну, в общем, все. Я для меня, думаю, это мой дом, это мои дети, то есть то, что меня окружает. Басым мен үшін ол менің үйім, менің балаларым, менің жан-жандарым. Кто такие посаженные родители? Варианты ответов. Они являются приемными, они заменяют родных родителей на свадьбе, родители мужа, родители жены. Я так думаю, что они заменяют родителей на свадьбе. Правильный ответ. Родственники первой линии. Это мать, отец, дети. А кто еще? Бабушки и дедушки, дяди и тети, братья и сестры, супруги. Супруги. Как называют братьев или сестер, у которых одна мать, но разные отцы? Варианты ответов. Единоутробные, сводные, родные, единокровные. Наверное, единоутробные. Правильно. Кто такие кум и кума? Варианты ответов. Ближайшие соседи. Крестные ребенка по отношению к его родителям, братья и сестры бабушки или дедушки, друзья семьи. Крестные родители по отношению к кому? К родителям. Правильный ответ. Какой документ регулирует семейные взаимоотношения в Казахстане? Варианты ответов. Конституция РК, Уголовный кодекс РК, Кодекс РК о браке и семье, метрические книги. Я думаю, Кодекс РК о браке и семье. Какая семья называется неполной? Варианты ответов. Семья, где есть только один из родителей, семья без детей, семья с одним ребенком, семья без бабушек и дедушек. В семье, где есть только один родитель. Кто такие сиблинги? Прабабушки и прадедушки, родные братья и сестры, бабушки и дедушки, двоюродные братья и сестры. Братья и сестры. Родные? Да. Как по-другому можно назвать двоюродную сестру? Варианты ответов. Неродная сестра, сводная сестра, кузина, невестка. Я думаю, кузина. Какие деверь и золовка? Варианты ответов. Брат и сестра мужа, двоюродные брат и сестра, троюродные брат и сестра, дядя и его жена. Брат и сестра мужа, наверное. Как называют первого ребенка в семье? Варианты ответов. Шурин, кузен, старшак, первенец. Первенец. От какого слова происходит слово брак? Брать, выбрать, брань, брат. Брань. Нет? Еще подумайте хорошо. От какого, ну, слова, конечно, раз. От какого слова происходит слово брак? Брать, выбрать, брань, брат. Брать. Правильно. Как называют сестру матери? Невестка, мачеха, заловка, тетя. Тетя. Кто такие деверь и заловка? Варианты ответов. Брат и сестра мужа, двоюродный брат и сестра, троюродный брат и сестра, дядя и его жена. Брат и сестра мужа. Как называют первого ребенка в семье? Шурин, кузен, старшак, первенец. Первенец. От какого слова происходит слово брак? Варианты ответов. Брать, выбрать, брань, брат. Брать. Какая семья называется неполной? Семья, где есть только один из родителей, семья без детей, семья с одним ребенком, семья без бабушек и дедушек. Ну, конечно, семья, где нет одного из родителей. Кто такие сиблинги? Прабабушки и прадедушки, родные братья и сестры, бабушки и дедушки, двоюродные братья и сестры. Не знаю, наверное, брат и сестра.
родные? Ну да. Как по-другому можно назвать двоюродную сестру? Не родная сестра, сводная сестра, кузина, невестка. Кузина. Кто такой свекор? Варианты ответов. Двоюродный брат, брат жены, отец мужа, прадедушка. Отец мужа. Как называют день празднования 50 лет совместной жизни супругов? Варианты ответов. Серебряная свадьба, бриллиантовая свадьба, золотая свадьба, фарфоровая свадьба. Золотая. На каком пальце носят обручальное кольцо? На мизинце, на указательном, на безымянном, на среднем? На безымянном, конечно. Кто такая кормилица? Варианты ответов. Няня ребенка, женщина, которая скормила ребенка своим молоком, бабушка, сестра матери, которая помогает ухаживать за ребенком. Женщина, которая скормила своим молоком. Которая не родила, скормила своим ребенком молоко. Как называют детей, которые родились у матери одновременно, но не похожи друг на друга? Племянники, приемыши, двойняшки, погодки. Двойняшки.